Глеб, Глеб, а ты за а Абрамов говорит, уже 50. Ну это, ну что, твои данные. Это классно. Тяжело. За кого? Тебя. Что-то ты как-то лихо печатаешь-то. Игорь мне говорит, да, я еще все. Что бюллетеней 62 миллиона. Количество действительных бюллетеней. А вот ручка с лицом министра печати. Извините, какая гадость. Ручку девушкам на память. Извините, Михайлович. Михайлович, девушкам на память. Твою книжку сдать тоже. Все-таки вице-премьера они как-то. Пустой народ. Хорошо. Так, слушайте, они-то меньше всего должны радоваться. И вы тоже, между прочим. Потому что а я ему каждый день говорю, что у него отставка скоро. Так все, если президент избран, они уже в отставке. Поэтому завтра будет обычный рабочий день. Первый этот тур или второй будет тур. Все равно завтра в 10 часов у нас будет совещание с заместителем председателя правительства. Поздравляем вас. Потому что у нас огромная страна с многомиллионным населением, и мы не имеем права ни на секунду расслабляться.